Всем привет, друзья, как всегда, с вами Драйвер 51 Рус. Поедем мы, ребята, на полигоне Митарагана. Сегодня на обзорчике у нас будет машинка ГАЗ-33021, газелька 4х4 от автора DL38 Рус, он же Дмитрий Бедушевили. Значит, ребята, ссылочка на группу Devil Garage. Там идет сбор средств для того, чтобы ребята собрали за свою работу немножко, как говорится, деньжат. И как только соберется определенная сумма, да, данная машинка выйдет в общак. Вот такой автомобильчик, блин, фары как настоящие, ё-моё, обалденно, ребята. Значит, ссылочка, ребят, на группу, где все описание будет присутствовать. Анимашки, ребят, нету руля. О, отражение в зеркалах прикольное, смотрите. Обалденно. Вот эта тема. Серьезно. Классно. Значит, ссылочка, где вся информация по поводу выхода данной газельки, ребята, будет в группе Devil Garage. Значит, ссылочка будет под видео на канале. Также в группе я размещу ссылку. Можете проходить, читать информацию. Естественно, ребята, закидывать туда кто что сможет. В итоге, когда сумма наберется, машинка выйдет в общак. Также кто будет там кидать сумму определенную, скажем так, видно, чуть-чуть завышенную, будут получать, я так понял, эксклюзивную модельку пользования. Вот, ребят, так что вот такой будет, ребят, автомобиль. Значит, все, мосты есть, карданы присутствуют, глухачок. Так, свет, ребята, так, заводимся, давайте заглушим, послушаем, как она вообще работает. Прикольный такой, свой звук какой-то своеобразный такой у нее. Давайте проберемся по колесам. Так, значит, с колпаками такая резина подтертая. Шоссеечка еще одна. Сзади колпак, я так понял, да? Да, сзади колпак, ребят, стоит. И внедорожная такая. Прикольная. По-моему, от доктора дизеля такие тоже колесики вот по протектору что-то похожее видал. Поеду на таких. Поеду, блин, на таких колесах. Так. Бочка, ребята, есть. Ага. Бочка. Что-то я что-то поставил. Сейчас найдем. Ага, это мухобойка, ребята, впереди ставится, вот хотя. Ага. Мигалка, ребята, есть. Все. О, дизелек, ё-моё. Вот оно все. Анимация бодрячков, ребята. Ну давайте съездим, заправим ее.
Прикольно так урчит вообще, звук офигенный. Полный привод, давай греби. Оп, отлично. Ну, я думаю, проходимость у него должна быть такая, в принципе, офигенная. Это что за рода? Я так понимаю, что сейчас еще ребята ее слегонца подпилят. Уже вот-вот она будет полностью собрана. И тогда, ребята, как только парни соберут, вообще, смотрите, она просто эту курячку проглотила. Порвала, как тузик, грелку. Давайте сразу развернемся, потому что грузится нам. Да. Так, давайте скидываем бочку. Бочку скидываем. Так, что осталось у нас? Печок тоже скинем. Мука. О, прикольно, да, как с катафотиками. Вообще на ура. Замочек висит. Там, блин, я же не смотрю, что они там везут-то. Два очка гаража, значит, ребята. Так, по бочке 1000 литров. Да куда ты поехала, стой. Ну-ка, иди сюда. Так. Кенгурятник. Ой, не кенгурятник, мухобойка у нас ничего не несет. Сейчас перескочим на кенгурятник. Кенгурятник тоже ничего не несет. Ух ты, фарок сколько. Ребята, есть синхронизация света. Вот так вот. Обалденно, кстати, смотрится. Автоматическая синхронизация. Видите, ночью включается, днем выключается. То есть можно ехать так, хопа, ночь пришла. Но это вот видишь, как на этом, на дефолтном транспорте. Свет загорается, тоже синхрон прописан. Все прикольненько, видите, забавно. Клево, мне нравится. Оставим кенгурятник по любасу с фарками. Так, ребят, есть кузовок. Ага. Видите, отбойники такие стоят. Клево. Так, поводу тента, тент. Это у нас надо снять кузов, да? Кузов. И тентовый, ребята. 600. 200 литров, 600 ремонтных очков. Прикольно. Тоже бродвейки, все тут идет. Антенны такие забавные. Вообще клево. Ладно, давайте сейчас поставим кузовок. Где у нас кузовок там был? Посмотрим. Кузовок. Опа, барионушки, давайте скинем. Эх, ну это, я думаю, Дмитрий подправит еще. Там буквально надо просто пиндосы назад двинуть, и все будет отличненько. Думаю, что это пока еще не до конца доделанная моделька. Мы практически дали ее на обзор. Так что это все подправится, ребята. Все будет правильно грузиться, разгружаться. Все будет работать. Я думаю, камеру зафиксировать нужно будет. Если что, там я могу помочь. Так что, Дмитрий, если смотришь обзор, обращайся, всегда буду рад. Ну давайте поехали с дровишками.
Ковришками поедем. Буду рад помочь. Так что, в принципе, автомобиль обалденно выглядит. Ой, поплыли. Кстати, мутил, ребята, видите, сделал воду себе более прозрачную. Теперь у меня вот так будет. Видите, даже дно видно. Читерские такие поставил текстурки. Да. Так что... Поедем потихонечку. Не-не, хорошая моделька. Думаю, Димон ее тут добьет. Тут буквально она уже все собрана. Тут по мелочевке ее дособирать. И, естественно, информация вся, ребята, по сбору средств. Чтобы вышла данная моделька в общак, будет ссылочка на группу Devil Garage. Обязательно пройдите, посмотрите, подпишитесь в группу. О, видите, какая вода. Подпишитесь в группу, прочитайте информацию по поводу выхода данной газельки. Что там и как. И все будете знать, чтобы не задавать лишних вопросов. А так, агрегат, в принципе, вообще отличненький. Была уже от доктора Дизеля новая газелька, да. Тут такой старенький вариант газельки тоже. Как бы они даже... Можно будет тупо на газельках. Такие маленькие машинки вообще нужны в Кентарисе. Как бы проходимость у них более-менее нормальная. То есть как бы даже не более-менее, а в принципе она на грязь проехала вообще на ура. Поэтому... Можно спокойно, там небольшие карты, да и большие тоже, в принципе, можно везде пролезть будет. Вот я тут долго с этой водой ковырялся. Нашел в моде графика HD, выдернул файлы. Там немножко, по-моему, один файл изменил. Это видите, сейчас, ребята, такая... прозрачная вода у меня. Да вообще, смотрите, грязь для нее это не грязь, по-моему. Она едет просто как по асфальту. Ух. Ну-ка. Давай. Да ладно вообще. А, ребята, я в шоке. Проходимость у меня. Может, то, что у меня стоит этот... От тракторов там этот спинта РС плюс, я не знаю, отрегулировали как бы или что. Она в реале так едет, как бы я просто уже не выдергиваю этот спинтайрес плюс. Возможно, что некоторые моды там какие-то настройки стоят на колесах или где. Ну вообще она едет просто бам. Вообще отличненько. Проходимость у нее. Мама не горюй, поедем с будкой. Колеса менять не буду по этих. Поеду на этих шиповочках. Ну-ка давайте, раз оно так хорошо едет, ну-ка давайте-ка еще сюда рассадим. Вау, да ладно. Ха, я не верю своим глазам. Она просто шпарит. Ну-ка чуть-чуть пока жахнем. Ух, ух, давай, давай, давай. Еще раз повторюсь, ребятка, ребята, выйдет эта машинка в общий доступ, когда ребята соберут определенную сумму за свою работу. Я считаю это правильно, поэтому и поддерживаю. Я думаю, что любая работа должна оплачиваться. Так что давайте, все в ваших руках. Чем скорее ребята соберут сумму, тем быстрее будете кататься на данном автомобиле. Я думаю, там уж по 5 рублей, по 10 рублей там уж не так уж сложно будет там закинуть. А кто может и побольше, там побольше закинуть. Какая разница. Как говорится, все для общего дела.
Вот так вот. Блин, еду, скрины не делаю, вот балбес. Ну давайте тогда так сейчас прямо сделаем. Залепим. Оп. Потом еще несколько шлепнем. Скринов. Не-не, прикольная газелька. На таких машинках, я говорю, реально можно карту попроходить. Я вот, например, постоянно на доработках катаю что-то, если катаю. Мы просто давно ничего не катали. Мы на Нивах проходили карту. На чем там еще? На чем только не проходили. На батонах мы проходили карту. Это все без этих, без дефолтных автомобилей. То есть, которые в мультиплеере вот идут нормально, моды. Ну, мы катали, проходили, поэтому я с радостью, вот, по возможности будет время, пройду, например, если будет с кем-то, на газельке спокойно карту можно расчехлить. Я думаю, что даже, может быть, даже Дима какой-нибудь прицепчик ей приварганит, я думаю, возможно, такой вариант. Так что пока еще, как говорится, средства будут собираться, да? Ну, автор еще что-нибудь все подправит, что-то добавит. Так что, ребята, смотрите, возможно, что и будет и несколько автомобилей, как бы, возможно, и пак какой-то будет. Ну-ка, давайте еще сюда загоним. Сейчас мы тут нагребем. Вообще отличненько идет. Не знаю, то ли это Дмитрий ее так накрутил, то ли у меня спринт РС плюс стоит. Значок, гляньте, газовский. На капоте, да, все видят, ух. Вот я ее засадил-то. Походу все, стреляли, ребята. Ну-ка назад. Давай, давай, давай. Ну-ка понижайся. Полезет. Ну я там уже задолбил такую. Давай назад, 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 назад. Дальше уже тот брак не будем мы туда проводить, давайте-ка мы тут выберемся. Вот амортизаторы все, там ребята что волькается. Прикольно. Прикольно так на этом, на пониженных оборотах тарахтит. Прямо приятно. Приятно проехать. Ой. Вот видите, теперь уже выброски видно, что там на дне-то. И... Не-не, машинка вообще зачет. Обалденно. Так, что, поставить другой кузовок нам какой-нибудь, наверное, да? Давайте с ним еще проедемся, с каким-нибудь. Бочка, бочка, бочка. Не хочет бочка. Кингуляшку надо снимать, да? И что еще? Вот это. Маячок. И маячок. Ну, давайте поставим колпаками. У нас такие будут колесики.
Ладно, шоссейки все равно мы сейчас проверим это. Эти, ой-ой-ой. Там это круто, вот чересчур, по-моему, там такие. Ладно, объедем, чё. О-о. Осторожно. Давай. Ударим по бездорожью 4 на 4, ух. Да не, ребят, прет она проходима сегодня вообще на ура. Ну, видали, как грязь поднимает носом. Вот. Так что, ребят, имейте в виду, ссылочка на группу Devil Garage будет под видео на канале. Проходите туда, читайте информацию по поводу выхода данной газельки. Все, как говорится, зависит от вас. Так что дерзайте. Я надеюсь, что... Ой. Надеюсь, что все зайдут, посмотрят, возможно, подпишутся на группу, да, Devil Garage. Потому что ребята будут делать не только эту газель, как бы делали и делают много других модов, поэтому многим будет интересна эта группа. Вот, поэтому, ребята, вся информация будет под видео на канале, и также в группе я размещу ссылочку. Проходите, читайте по поводу релиза данной модельки, когда она будет, какие там условия. Автомобильчик вообще приятно радует глаз, как говорится, да? Все тут отличненько, все хорошо, красиво. Рабочая подвесочка. Все как надо, как говорится. Все жизненно. Колпаки. Все отлично. Как говорится, все как в натуре. Ну что, давайте нырнем. Нырнем. О, поплыли. Да, вот только мигалка. Все, 5 баллов, ребята, вынырнули. Давайте скрин шлепнем на солнышке где-нибудь. Стой. Стой, красава. Ой. Мандарин, ты где там? Спрятался, гад. Не хочет. Ну ладно, давайте без него. Так, ну давайте еще поставим. У нас кузов вот тут тентовый был с ремонтными частями где-то. Так, так, так. Сейчас я... Бамс. Что-то еще не было. Бамс. Есть. Вот так. Урядник воткнем. Такие отбойнички поставим. Так, ну что, еще давайте такой вариант колесиков тоже запрокатим. Машинка вообще, я вот большие карты такие сильно не люблю, как нет времени просто раскатывать, а маленькие такие вот, типа как дефолтные там побережье, то есть такие на одну, на две пилорамки с удовольствием бы разобрал в данной машинке. Очень такая приятненькая, хорошенькая моделька, поэтому ребята, еще раз повторюсь, ссылочка по поводу выхода данной газельки будет под видео на канале. Проходите в группу Devil Garage и читайте информацию по поводу выхода данного автомобиля. И еще раз повторюсь, что все, ребята, в ваших руках. Сами прочитаете, сами подумайте, посмотрите и определитесь, как помочь ребятам, да, чтобы
поскорее лицезреть данный автомобиль у нас в спинтайресе, скажем так. Да? Давайте еще по асфальту прокатимся. Но я не думаю, что она сумасшедшая на скорость уж сильно. Ну, думаю, дефолт она выдавливает спокойненько. Ну-ка, давайте скинем ему этот, как его зовут, Тент тяжеленький. Короче, да, это на дефолт, ребята. В среднем дефолтная скорость дефолтного транспорта, поэтому, в принципе, 28 выдавили из нее. Но я и думаю, что как бы не надо большую скорость тут и куда. Тут сумасшедшим заниматься, как говорится. Все это убираем, поехали, делаем обалденный скрин. Нет, машинка вообще прям как бы живую сделано, прикольно. Наверное, Дмитрий там номерочки там какие-то свои прилепил. С номерами машинка, с антенками, с синхронизацией света, ребята, отдельные кузовки стоят, аддончики, все прикольно, все красиво, все обалденно. Так что вот, ребят, такой был обзорчик на ГАЗ-33021, 4x4 полный привод автомобиль. Вот. Автор мода Devil38Rus. Ссылочка, ребята, будет на группу Devil Garage. Выложена под видео. Проходите по ссылке, регистрируйтесь в группу. Читайте информацию по поводу выхода данной газельки. И, как говорится, все в ваших руках, ребят. Чем скорее, тем быстрее все это произойдет. Поэтому давайте, определяйтесь. Помогайте ребятам в сборе средств. И данный автомобиль, как только средства будут собраны, выйдет в общак. Плюс там будут бонусы, ребята. За... Читайте все в группе Devil Garage, проходите туда. Кому интересно, я думаю, интересно всем, потому что все в основном, кому даже нравится и не нравится, все у нас качают моды, правильно? Поэтому, я думаю, все зайдут по ссылочке, посмотрят. Кто уж очень сильно лицезреть хочет данный автомобиль, есть возможность, я думаю, помогут ребятам. Ну, а некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, я думаю, что сильно помогать не будут. Будут сидеть, потирать руки и ждать, когда нормальные парни с этим совсем разберутся. Так что вот, ребята, я думаю, что большинство нормальных парней поддержат данный проект. Вот. И все мы будем гонять на данной газельке в спинтайресе. Я думаю, многие скажут большое спасибо тем, кто сделает вклад в данный проект. И, естественно, спасибо большое автору, да, за данный мод. Мод он будет по-любому в спинтайресе, только это, как говорится, дело времени. И дело времени, зависящее только от вас, дорогие подписчики, дорогие друзья. Так что будем ждать данный автомобиль в спинтайресе, будем помогать парням двигать этот проект в сборе средств. Так что все, ребята, с вами был Driver51Rus. Ссылочка на группу Devil Garage по данной газельке будет под видео на канале.
проходите, регистрируйтесь, задавайте там вопросы, помогайте ребятам в сборе средств на проект. И все. С вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Всем удачки, всем пока. Надеюсь, что вам понравился данный обзорчик. Все, удачи. Проходим по ссылочке.